залил женщину с детьми газом, чтобы обогнать. Полицейские задержали крепкого бородача за вопиющее хамство, которое сняли камеры видеонаблюдения во Всеволожском районе. Водитель белой иномарки, ему 48 лет, пытался вклиниться на узкой дороге перед темным кроссовером. За рулем последнего была дама. В салоне двое детей – 7 и 14 лет. Но это не помешало бородачу сначала вылить на них поток брани, а затем содержимое перцового баллончика. На место оперативно прибыли сотрудники ДПС. Баллончик у агрессора, который работает таксистом, отобрали. Его самого задержали. Следственный комитет возбудил дело по статье «Хулиганство». Следователям мужчина изложил свое видение случившегося и уверял, что дама его подрезала. За рулем оказалась женщина, сказала, что она грубо нарушила ПДД и как бы неправильно поступил. И рядом увидел мужчину, почувствовал страх и достал газовый баллончик. Когда начал брызгать, в последний момент заметил, что это, оказывается, ребенок. В результате противоправных действий подозреваемого несовершеннолетним причинены телесные повреждения в виде химического ожога верхних дыхательных путей легкой степени тяжести. Подозреваемый задержан следственным органом в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления.